за что меня недостойно, причастись и причистить Духа Небесный за Устин достойно. Но Владыка человеколюбец, ради нас умерший, воскресший, даровавший нам эти страшные, воскресший, твои таинства, благодеяния, случайные духи, ты у нас, ты. Верующий, планирующий, милый, исцеление души и тела, в отражении всякого врага, в возвещении чьи сердца моего. Мир душевных моих сил, веру, твердую, любовь, невесемерную, исполнение мудрости, усоблюдение заповедей твоих, умножение божественной благодати твоего царства, приобретение. Сохранение имя во священии твоим, я всегда помнил милость твою, жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки, благодарить тебя, таким образом, я здесь не жизнь, где надежда на жизнь вечную. Настиги место вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих. Бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица твоего, ибо ты истинная цель стремления, неизъяснима радость любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя воспевает все творение во веки, аминь. Владыка Христе Боже, царь веков и создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне, за причащение при чистых же горящих твоих тайн. Молю тебя, благой человеколюбивый, сохрани меня под кровом твоим и тени крыльях твои, даруй мне чистую совесть, и до последнего мозга вздоха достойно причащать со святынь твоей. Прощение грехов и уже вечную, ибо ты для жизни источник освящения, податель благ и тебе снова высылаем. Прошу Святым Духом меняться и дай во веки веков, аминь. Ставший пищу мне, хоть и добровольный, да боль сожигающий недостойных, не сожги же меня, создатель мой, продержавший члена тела моего, сердце, суставы, внутренности, сердце, среди тени всех несогрешений, душа очистя, святи мысли, колени, усерди с костями вместе, просвети пять главных, и всего меня пригласи страхом за тобою. Всегда защищай, храни, береги меня, как и вредно, да не душу делай, слово очищай, мое строение меня, прошай, разумляй, просвещай меня. Яви меня твоей обителю, единобожнику, уже не обителю греха, чтобы бежали от меня по принятию причастия, всякой влады и всякой страсти, как дома твоего, как от огня. А датами за себя тебе представляю всех святых начальников, воин, бесплодный, притечет, уже апостолов, сверхнюю, непорочную, чистую матерь. Прими к молитве милосердный Христос, мой сыном света, садил от него служителей, ибо ты единый благосвящение, также день я душ нам же. И тебе, как подобает Богу, благодарить всем и славу, высылаем каждый день. Я вас, Святой Господи Иисусе,